Знакомьтесь, инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления по Якутии, подполковник юстиции Мария Николаевна Яковлева. Героиня нашего рассказа отдает себе работе сполна, не оглядываясь на часы и вечерние сумерки за окном кабинета. Никогда я не жалела и не жалею о выборе своей специальности. Я очень горжусь тем, что на своих плечах я ношу погоны. По словам нашей героини, без поддержки семьи, без доверия и понимания со стороны близких ей не удалось бы достичь успехов в столь напряженной службе. Мария – счастливая мама трех сыновей, которые мечтают о ее присутствии рядом и при всем дефиците свободных от работы дней стараются проводить с мамой как можно больше времени. Порой приходится работать, не считая с личным временем, и отдавать себя только свое время, только своей работе. Но я стараюсь все свободное время свое уделить своей семье. Моя мама работает в Следственном комитете по Республике Саха-Якутия. Она инспектор процессуального контроля. Она очень много работает, что иногда даже бывает, что мы видимся чисто по утрам. Моя мама работает в Следственном комитете. Она помогает следователям наказать преступников. Я очень люблю свою маму и ее жду дома. Ей звонят даже ночью. Линия и ребенок в опасности. Для матери счастье – это когда дети и внуки здоровы, и счастливы. Все у них благополучно. Тогда это, конечно, мать будет счастлива. Несмотря на дефицит времени, Мария очень близка со своей семьей, в которой бережно относятся к национальным традициям. Мария Николаевна гордится тем, что ей удалось не только реализовать свою давнюю мечту, научиться играть на хамусе, но и привить любовь к творчеству у своих детей. Семья нашей героини увлечена спортом, и посещение стадиона уже стало своеобразной традицией. Мария уверена, что без надлежащей спортивной формы, без отличного самочувствия и крепкого здоровья от сотрудника на работе немного толка. Да и она сама, как мама, должна показывать своим детям пример выносливости и выдержки. Семья Марии – одна из тех, где поровну делят радость и печаль, где поддерживают друг друга в трудные времена и вместе радуются победам. Пока есть такие люди, пока создаются и счастливо живут такие семьи, сильна и могуча наша великая Россия.